Выборы президента в России в самом разгаре. При этом в ряде регионов на востоке страны избирательные участки уже закрылись, и там начался подсчет голосов. В Саратовской области на 15 часов явка избирателей составила почти 46%. Чиновники Балаковской администрации уже побывали на участках. В нашем городе также проголосовал депутат Государственной думы Николай Панков и митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Депутаты Гагик Киркасян и Иван Чепрасов проголосовали тоже в Балакове, поскольку именно наш район они представляют в Саратовской области. Думе. Как я являюсь депутатом Саратовской областной думы от Балаковского района в Духовницком, поэтому принял решение проголосовать на своем округе. В связи с политической ситуацией в стране, которая сейчас происходит, я думаю, что каждый человек должен понимать ситуацию в стране и голосовать за тех кандидатов, которые достойны в этой жизни, чтобы представлять нашу страну на мировой арене. Я переживаю за город и за район, чтобы процент был хороший за президента, чтобы явка была хорошая. Не меняю своих, так скажем, приоритетов и мнений за стабильность. А у вас другое предложение есть какое-то? Нет, ваше мнение. Хотите сюрпризов? Я в 90-м это проходил, поэтому больше не хочу повторяться. Хорошая явка и на участках, где стоят урны для голосования по выбору территории для дальнейшего благоустройства. Выбрать можно из 6 вариантов. Ворота в город – это как раз вот там, где были химикомповские пруды. Тем более, что там проект хороший, и церковь определила, что они там готовы были строить. В комплексе за несколько лет можно было сделать замечательный парк поэтапно. А здесь? Ну, это уже все есть. Это нужно приводить в порядок просто. Вот и все. Ну, скорее всего, будут за набережную голосовать. Thank you.